Were you surprised when Russia finally invaded? Не, не скорее не сподел, ну, неожиданно. Я же говорю, мы не верили, что это будет. Те 8 лет, которая война была, считалась эта война, она там где-то на окраинах, мы слышали отдаленно, ну, как бы привыкли с этим жить. Мы не думали, что она такая будет, вот она, ну, вот по-настоящему все это... Это, ну, никто не ожидал, что такое может быть, что придется... Я всегда, когда хотела переехать в Польшу, я всегда думала, как же мне ехать? Лёва маленький, в пути, в поезде, как же он будет кушать? Он ест одни каши. Как я его буду перевозить? А дом? Я не брошу дом. Холодильник мой, машинка стиральная. Я не могу бросить это все. А тут в один день просто все бросила, и ребенка под мышку, и... бежать, и, ну, никто не ожидал. Luda is from Mariupol, a city that has been destroyed in the war. Before the war, the population of Mariupol was 430,000. Now it is just in the tens of thousands. She crossed the border on March 24th, 2022. Моя особиста історія війни почалася, коли 24 лютого рано вранці в Києві пролунали перші вибухи. Я на той момент була на 8-му місці вагітності. А ми приїхали на авто на початку березня, а на початку квітня я народила доньку. Людмила's father drove her and her mother to Warsaw from Kiev, where she left behind her husband. Вже не одразу Україна-Польща кордон, а ми їхали, тому що ми їхали найбезпечнішим шляхом, до Польщі одразу вже було небезпечно дістатися, і ми спочатку перетнули кордон з Молдовою, і потім через декілька країн Європи дісталися до Польщі. Це був найскладніший шлях, здається, у 4 доби. 4 дні. З машини, з авто, коли ми вже дісталися Варшави, я найперше відчула, що тепер я можу розслабитися, я можу спокійно очікувати на зустріч з донькою, і найскладніше, шлях до Польщі ми вже подолали. While the reception of Ukrainian refugees across Europe has been generally positive, some of them have experienced discrimination. Да, 30% населения в Польше, они относятся к украинцам как вроде, ну, знаешь, как какой-то мусор. Ну, то есть они ненавидят. А 70%, с которыми я столкнулась, они уважают, ценят. On the other hand, the acceptance of Ukrainians across Europe has sparked debate as to whether refugees of other wars had been refused because of their race. Con la situazione dell'Ucraina è stato, cioè abbiamo visto come l'Italia può accogliere. Allora non devono esserci differenze tra africani, tra chi proviene da altre nazioni che comunque fugge da guerre rispetto invece agli ucraini che sono stati accolti perché bianchi, sostanzialmente perché bianchi. Viktor Orban, president of Poland's neighbor Hungary, recently made headlines for saying in a speech that Hungarians should only mix with other Europeans. For their part, Luda and Ludmila have found Poland easy to adjust to due to a shared culture as well as humanitarian aid efforts. Польща как-то, ну, роднее немножко, ближе. Я всегда хотела в Польшу поехать. Mm-hmm. Именно Лёва, и приезжала сюда по безвизу, ну, немножко посмотреть Польшу, поработать немножко. И я приезжала именно в Варшаве, здесь я работала 3 месяца. Так вот, на работе поляки очень хорошо, очень много поляков, которые хорошо относятся, и они, ну, они предоставляют помощь свою. Дякуючи гостинності польського народу, волонтерів, ми забезпечені усім необхідним, ми дуже комфортно влаштувалися. У центр гуманітарної допомоги я змогла знайшла все, що необхідно для моєї доньки. І дякуючи також тому, що у Польщі ми створено такі безпечні умови отримання медичних послуг. But the war remains front of mind. Сын мой, он был напуган, когда мы приехали, он очень много плакал, долго по ночам. Ну, сейчас вот прошло, он стал веселиться, глаза блестят, вот как-то он отошел.
Я, ну, нормально, только боюсь самолетов. Когда летят, я до сих пор еще у меня страх перед самолетами. А у вас тут они постоянно гудят, они прям низко летают. Вот это еще страшно немножко. А так, в принципе, уже все хорошо. Ми з ним на зв'язку щодня, він у безпеці, я відчуваю його любов, підтримку, але поки що ми на відстані. Це 3 місяці, а її батько ще ні разу не взяв її на руки, не пригорнув, не... Is your son enrolled in school here? Пішли ми в садик, тут нету міста, я ходила рядышком узнавати, все зайнято, на слідуючий год аж записи там. Luda spends her days working at a convenience store, communicating with her colleagues through a mix of Ukrainian and Polish, while her son goes for bike rides and walks with his grandmother. The refugees were soon to have to find new housing, as the places where they were staying were being offered only on a temporary basis. They complained about not being able to think more than 2 weeks ahead at a time, due to all the uncertainty. And even now they do not feel completely out of harm's way. Ну, люди должны быть сплочённые. Понимаешь, в момент, когда идёт война. Сегодня, например, она у нас, завтра она может в любой другой стране быть. Так же самое и здесь она может посетить, например, война. От этого никто не застрахован. Subscribe to Colbert Classroom and be on the lookout for new videos.